копье хитро обыграл противника с рейтингом выше меня 1730, у меня 1624. У меня времени вот осталось 2 минуты 28 секунд. У него 0 минут. Я по времени выиграл. Так я понимал, что я могу по времени выиграть, так как он долго думал. А так, надеяться на устроить ему там какой-то мат я не рассчитывал. Что мне там может удастся. Хотя, как видно, у него вот было возможности, где он мог выиграть. Но не заметил этих. Вот были возможности, где я мог выиграть. У меня тут таких резких не было промахов. То есть не промахов, а возможности, где я мог резко выиграть. У него были. В двух местах. И вот тут он выигрывал. После какой моей ошибки. А и после этого, да, я тут уже понял, что тут надо. Потом уже понял, что это ошибка. Надо было тут эту. Покажу, в общем, всю игру. Тут в начале ответственные моменты. Я уже наизусть знаю начальные шаги. Если стоят у него тут два коня, тогда надо этой пешкой вперед идти. После выведения слона и коня вот таким образом. А вот тут уже дальше сложнее что-то делать. Не. Иногда тут советуют на того коня напасть, который под королевой, поэтому я попробовал. Это была ошибка. Нужно было коня сперва.
больше почему-то эту пешку советуют понагнать. Тут я уже знаю, что припомнил, что бить этого коня-то не стоит, вот если я бью. Вот мой падает. Мой плюс. Я тут вот отошел. Он просто тут долго думал, а я так побыстрее думал, и поэтому накопил время. За это время. Тут тоже мне лучше, я подумал, отойти, потому что если не отойду, он собьет мои пешки с двоих. Поэтому я вот отошел. Потом надо подпинуть коня, чтобы он отсюда ушел. Хотя нет, он советует и все равно подпинуть. Так и сделал. У него один сомнительный ход, у меня 4 сомнительные хода. У него одна ошибка, у меня 2 ошибки. У него грубые 2 ошибки, у меня 2 грубые. Ну, а теперь я как бы тоже на память знаю, что вот этой пешкой можно вперед идти. Потому я там потом подойду и ею. Все-таки говорит, что один ход лучше. Но подумал, иногда тут выводить этого коня совет. Думаю, что его тут вывезти надо. Я думал, пешкой или чем сбить. Думаю, пешкой собью, ну, как бы на этого коня нападу. Все равно он с ним куда-то убежит. Ничего толку. И только пешки сдвое. Поэтому я решил слоном сбить. А ты тоже об этой пешке думал? Ну, подумал, у него тут больше так, у него один, два. У меня только будет один конь. Как бы я проиграю, если потом эту пешку подойду. А свет уже тут идти. Нашел эту пешку. Тут ничего. Большой ошибки нет.
думал, что может этим меня, то есть этим собью королевой собью, то есть конем, я конем королевы, и он будет в выигрыше, поэтому я этим, он конем, я его коня, он королевой пешка. Вот выигрыш вообще не советует бить. Лучше отступить. Ну, конем, конечно, надо бить. Мне-то не надо менять слона на коня. Он, я тем более еще он тогда королеву высвободит на поле, на середину. Мне слон немножко лучше, чем конь. Поэтому тут правильно, что башни тут подойти, чтоб на этого пешку напасть будет и конем, и башней, а у него только слоном. Он тоже может башней подойти. Видимо, тут есть какие-то хитрости, и вам что-то помешает. Потом могу я тут пойти, тогда на башню напасть, он тогда один вниз подойдет. И это, видимо, как бы, а я потом вот этим могу подойти, а он конем. Видимо, сбаламучу я его. Ну, я тут ошибку сделал. Ну, как бы советую тут идти. Видимо, на этого напасть. И на пешку заодно. Потом еще может вот тут пойти. И будет двойной удар на пешку. Тут подошел. У меня... Ведь я подумал, может сбить, но потом подумал, эта пешка будет тут, и она будет опасна. Потом может кто-то там ее королеву защитить, как бы воспользоваться этой пешкой защитой, и там мне там побить меня. Поэтому я тут не подошел. Просто... И совсем, ну, думал, чтобы он потом меня сбит, так потом, чтобы вот этим слоном бить, было сильнее удар. Поэтому я вот так поношу. А если бы так? Он бьет. А я тогда бью его коня. Вот в чем фишка, я этого не заметил. Тут уже советуют бить коня. Он с пешкой собьет, но, видимо, потом подойти можно королеву и легко эту пешку отыграть. То есть забрать даром. Что он с пешкой сделал, ошибку сделал. Меня этого коня советуют бить. Допустим, бью. Бьет. Мне вперед.
Ничего страшного, что я не сбил его. А теперь мне надо бить. Я не тем, что надо, сбил. Тут у него фишка хорошая получилась. Он тут бьет, и мои пешки сдваивает. Он тут открывает эту пешку. Все равно как показывает, что это не страшно. Он бьет мою башню, он не бьет, а тут я бью. И мне что, ближе к ничье перевести это все. Ну тут я рассчитывал, что он собьет как бы это, потом я бью его эту пешку, он шах строил. Ну я спешил несколько. Да мне почку сортировать железо. Вон, ну, похоже. Вон, железо бери. Там железо. Тактика, куда все железо? Вот. Валяй, где туда эти коробка вообще вынесли. Вон. Ну так и вытащите, да. Павлика нема. Это я ж ему снял, вот. И все. Иди без трапов, если работает. Я рассчитывал, что на время я выиграю. Чарик в той коробке увеличен. Нет, пошли сортировать все металлы. Коробки. Тут уже ничья.